Итак, добрый вечер. Мы начинаем с вами семинар, который называется «Большая чистка в Access. Исправляем некорректные данные». Тема, в общем-то, очень обширная. Мы здесь затронем только небольшой кусочек возможности исправить информацию, накопившуюся в таблицах, или сделать это исправление еще на этапе ввода данных. И эта тема семинара продолжает поднятый вопрос о чистке информации, который был у меня на предыдущем семинаре. Был аналогичный семинар где-то в начале июля под названием «Большая чистка в Excel». Вот. Там мы это смотрели средствами Excel, как делать. Ну а теперь посмотрим, как это делать в базах данных Access. Собственно, представлюсь для тех, кто со мной не знаком. Зовут меня Залъялов Андрей Николаевич. В центре специалист я провожу как раз курсы по базам данных Access. И то, что мы здесь рассмотрим, это частично вопросы, рассматриваемые в курсе Access второй уровень, где мы работаем с запросами, а что-то будет из тем третьего уровня по формам, отчетам и макросам. То есть и оттуда небольшие какие-то моменты будут у нас упоминаться. Вот, хорошо. Соответственно, программа этого курса, но это не курс, это семинар, поэтому громко сказано, следующее. Хотелось бы обсудить два момента. Первое. Исправление данных в таблицах с использованием стандартных... Стоп, секунду. Прошу прощения, это можно удалить. Этот слайд не отсюда. То есть, сейчас, где-то у меня... Да. Я знаю, да, я ему так уже написал. Так вот, первое исправление данных с помощью запросов. Второе исправление данных путем создания макросов в рабочих формах. Что конкретно здесь за проблематика? Значит, я взял только один вариант некорректных данных, касающиеся текстовой информации. Представьте себе, что у вас в таблицах накопилось много текстовых данных, которых у вас необходимо избавиться от следующих проблем. Ну, во-первых, неверный регистр текста. Ну, те, кто знают, это не особо большая проблема, исправляется достаточно легко. Вот. Вторая проблема. Различные ненужные мне для текста кавычки, скобки там разных видов, апострофы и так далее, которые тоже я хотел бы убрать, не использовать. Затем вот такие вещи, как всевозможные добавления, например, к названиям организации ООО, ЗАО, там ИП, ЧП и тому подобных вещей, которые потом при сравнении данных в различных таблицах будут восприниматься как разные названия, а мне бы хотелось все это привести к единому варианту. А дальше. Очень неприятная вещь, когда в таблицах у меня в тексте встречаются различные непечатные символы. Это символы, которые и вручную ты не введешь в базу данных, но они откуда-то путем импорта, например, попали. Это различные там, скажем, символы табуляции, символы каких-то других непечатных значков, типа там перенос строки, вот как в Excel, Alt-Enter, вот этот вот, и тому подобные вещи. Ненужные лишние пробелы концевые и так далее. Ну и плюс еще одна неприятность, это в названиях вперемешку используются латиница и кириллица. А мне, например, нужно точно название на русском языке. Вот с этим всем хотелось бы найти способ борьбы. И мы посмотрим действительно, каким образом от этого всего избавиться. В исходном файле, в базе данных, которая называется «Большая чистка», у меня подготовлена небольшая табличка. Вот такая табличка. Здесь две ее копии. То есть на одной мы будем практиковаться одним способом исправлять ошибки, на другой другим. Клиенты. Клиенты А и клиенты Б. Ну вот посмотрите, что у меня здесь за клиенты. У них организация есть, фамилии, имена, ну и прочие данные. И в данном случае я как раз в первую очередь хочу обратить на то, как выглядит столбец с организацией. То есть вот тут фирмы, в которых
где-то запятые в названии, где-то кавычки, где-то пробелы, где-то ООО, где-то то, где-то другое. И все это не очень удобно применять. Потому что захочу я выполнить поиск, человек, который будет искать информацию, будет ориентироваться на название организации. Ему вот эти кавычки все ни к чему не нужны. Вот, а здесь какая-то вообще организация Ж. Ладно, дайте-ка я седьмую организацию исправлю на что-нибудь такое. Так, предложите какой-нибудь цветок название. Здесь у меня всякие есть. Организация Жасмин. Жасмин. Вот. Ну, давайте я напишу фирму Жасмин. Как у меня тут было. Да еще и с какими-то кавычками. Да, все это хорошо, но когда я ищу фирму Жасмин, я буду искать, скорее всего, это по первой букве Ж, а тут еще масса вот такого вот лишнего не нужно мне на экране отображаться. Как в этом случае быть? Вот как раз это вопрос, задача для нас номер один. Первый вариант – это данные уже есть, и надо их исправлять. Значит, мы это можем в базе данных делать путем создания запросов. В первую очередь я пойду таким путем. Так, включить содержимое мне понадобится для сегодняшних запросов. Если у вас такое сообщение появилось, то обращаю внимание. Я вначале продемонстрирую вам, с помощью каких инструментов мы можем отследить подобные кавычки, скобки и так далее. Это сделать можно запросом на выборку. А потом, соответственно, у нас нужно будет избавиться от них уже окончательно, изменив это запросом на изменение. Для обработки данных здесь я предлагаю обратить внимание на вот такие вот несколько стандартных текстов функции Access. Значит, функция TRIM позволит нам избежать ненужных начальных конечных пробелов. Это, в общем-то, очень легко применяется. Дальше функции типа UCase или strconf позволят поработать с регистром текста. То есть мы сможем с вами все вывести или капслоком заглавными буквами, или первую делать букву заглавную в нашем тексте. А вот дальше уже сложнее. Если мне необходимо избавиться от различных кавычек, скобок и так далее, или целых фраз, там ООО, ЗАО, то мне придется использовать поиск этих символов. Не всегда этот поиск получается сделать с помощью обычного like оператора, поэтому использовать будем функцию instar. Эта функция устроена по принципу работы похожа на excelскую функцию найти, но имеет свои определенные особенности, мы ее можем задействовать. Кроме того, еще одна функция под названием replace, которая фактически выполняет замену символов. Это похоже на работу стандартной команды найти и заменить. То есть вот find replace, найти и заменить, это в запросах функции instar и replace. Ну и функция chr, это функция, которая отслеживает код символов. Она нужна нам будет для поиска непечатных знаков. То есть табуляции, каких-то скобочек, кавычек и так далее, это может быть полезно. Вот это мы сейчас задействуем. Но прежде чем это все я буду использовать в запросах, я вначале хочу сказать, что вообще-то от некоторых проблем и ошибок можно было бы исправиться, не прибегая никаким запросам, никакой автоматизации. Воспользоваться стандартным инструментом. Ну, я вот сейчас возьму копию таблички, еще одну сделаю. Клиенты, копия у меня будет. Вот я мог бы ведь поступить так. Выбрать столбец с названием организации. Вызвать кнопочкой замену. И что заменить? Я говорю, а вот мне надо избавиться от кавычек, от двойных. То есть пишу найти кавычки двойные, заменить на что? А ничего не пишу здесь. На ничего. Поле целиком? Нет. Совпадение с любой частью поля. И обратите внимание, сейчас если запустить это, вот так вот, заменить все. Да, он мне, пожалуйста, удалил это во всем столбце. Ну, во-первых, это для маленькой таблички быстро работает, для большой это будет в разы дольше. Во-вторых, это же не единственная замена, которую мне хочется сделать, а у меня регулярно возникает необходимость чистить эти данные.
Потом, теперь сижу и заменяю все запятые на что? На пробелы, например. То есть ищи запятую, вместо нее ставь пробел. Теперь ищи слово ООО, вот такое, написанное маленькими буквами, заменяй на ООО заглавными, но тогда поиск с учетом регистра нужно сделать. И вот так вот все это проделать можно, конечно, но хотелось бы один раз описать эти правила и потом их использовать. Поэтому я и собираюсь идти другим путем. Я буду делать это в первую очередь с помощью запросов. А значит, в этих запросах сейчас я и задействую те самые функции, которые упомянул, и их продемонстрирую уже в рабочем примерчике. Значит, что я делаю? Создаю запрос на выборку. То есть переключился вот сюда на вкладочку «Создание», кнопку «Конструктор запросов» нашел. Так, что я нажал? Ага. Выбрал клиенты А, например, вот этот вариант. Возьму здесь следующее. Ну, мне нужно только пока с организацией разобраться. Поле организации. Добавил. Что я в нем вижу? Ну, вот все, что там только можно себе придумать. То есть все вот эти вот вещи. Собираюсь избавляться от отдельных ненужных символов и каких-то там других вещей. Значит, начинаю потихонечку это писать. Значит, первое я пишу выражение такое. Значит, нам нужно воспользоваться функцией trim. Но удобнее всего для тех, кто не в курсе, как это делается в Access, вызвать специальный построитель выражений формул. То есть я это делаю так. Вот в этом следующем окошке правым щелчком вызываю команду построить. Я так поподробнее рассказываю, потому что, возможно, не все с этим знакомы в Access подробно. Вызываю построить. И здесь я буду писать К-формулы, будут подсказки появляться просто. Значит, я пишу trim. Это название функции, которая у меня, видите, в сообщении сразу видно, выдает подсказки по, это самое, удаляет начальные и конечные пробелы. А применяю эту функцию trim к полю из таблицы клиенты А. Значит, я начинаю дальше писать по-русски название таблицы клиенты А, восклицательный знак, поле организации. Скобочку закрыл, окей. Ну вот формулу вот здесь видно будет у меня. Ну, формула пускай будет у меня номер один, например, идти, вот такая. Что я вижу? От начальных пробелов я избавился. То есть вот тут у меня была организация примулов, в которой впереди там три штуки пробелов. Нету их уже. Вот здесь я фирма Роза там поставил пробельчики, а функция trim их отбрасывает. А значит, теперь поиск у меня будет уже по первому символу происходить корректный в таком случае. Ну и сразу я хочу избавиться от вот этого вот путаницы в регистре. Эту функцию UCase можно применить вместе с функцией trim в любом порядке. То есть что раньше сделать? Отбросить пробелы, а потом сделать большие буквы или наоборот, здесь не принципиально. Поэтому это я допишу, даже не вызывая построитель. Ну или хотите, можно вызвать правым щелчком построитель вот сюда. То есть UCase. Круглые скобки открыл и закрыл в конце. Вот такая формула. В принципе, формула здесь не очень видно крупно, поэтому я могу сейчас специально для этой цели по привычке своей открыть блокнот, вверху дублировать. То есть вот эти вот формулы, которые я пишу, там просто можно будет отдельно наблюдать. Вот это у меня без пробелов и заглавными буквами. Смотрю результат, ну вот, гораздо приличнее. То есть уже название фирм здесь отображается. Уже это кое-что. Вот. Если же нужно первую большую, остальные маленькими, вместо UCase мы использовать должны были бы с вами функцию strconf. Я могу это вручную написать, как будет отличаться формула. Значит, string conversion это называется у нас. Значит, вместо UCase я пишу strconf.
Там второй аргумент – это тип преобразования. Номер один – преобразование в заглавной букве, а номер три – это преобразование таким образом, чтобы первая была большая, остальные маленькие. Так что вот в таком варианте это будет, ну давайте я номер два сделаю, то есть хотите так, хотите эдак. Преобразовывайте. Это будет удобно. Кстати, и в самом конструкторе запросов я могу делать копи-пейст, там скопировал формулу, подправил руками второй ее вариант, только названия должны отличаться. То есть вот это номер один название, это номер два название. Результат, пожалуйста. Первая буковка большая, остальные маленькие, но ничего подобного у меня не происходит в случае, если тут кавычки. Вот кавычку программа считает символом. Его делать заглавным, я не знаю, как заглавные кавычки должны выглядеть, но вот никак. Поэтому от кавычек тоже надо избавляться. Причем, наверное, лучше раньше, до того, как мы уже делаем большие буквы или пробельчики делаем здесь. Поэтому следующее, от чего я хочу избавиться, от вот этих символов кавычек. Ну, а можно и от ООО, а можно и от слова фирма, и от всего остального. Ну, вот, наверное, я вначале избавлюсь все-таки от ООО. Потому что для кавычек будет то же самое, только чуть-чуть похитрее. Значит, смотрите, как избавиться от какого-то текста. Ну, во-первых, есть вариант такой, его вначале найти, где он находится, а потом просто вручную удалить. Ну, это, конечно, как вариант. А так я хочу, чтобы у меня программа сама исправляла и убирала это все. То есть воспользуюсь функцией replace. Функция replace. Значит, как устроена эта функция, сейчас увидим мы с вами, когда будем создавать следующую формулу, следующее выражение. Я переключаюсь обратно в режим конструктора. Вот следующая колоночка у меня здесь. Правый щелчок построить. Значит, я пишу название функции replace. У нее, обратите внимание, в описании 6 аргументов, последние 3 в квадратных скобках, то есть необязательные. Значит, обязательным являются первые 3 аргумента. String – это текстовая строка или текстовое поле, в котором мы выполняем поиск. А второе – find – это что мы ищем. И третий – replace – на что мы заменяем. Вот в качестве строки у меня будет ссылка на поле из таблицы. Это опять на русский язык перехожу. Клиенты А, поле организации. Второй аргумент через точку с запятой. Что я ищу? Ищу я ООО, написанное на русском языке. Причем по умолчанию регистр для поиска не учитывается. Поэтому пишите хоть маленькими буквами, хоть большими, все равно. Третий аргумент – это на что заменяем. А вот заменяю я это просто на пустой текст. То есть встреч ООО, удали его совсем, убери отсюда. Вот это вот у меня, ну давайте я условно назову третий по счету, но скорее всего это можно сделать и раньше, где-то впереди. Вот оно, replace. Смотрите, как работает. Запускаю это решение. Пожалуйста, где у меня было лилия, ооо, вот тут. Ооо, гиацинт, это все пропало уже. По идее, это бы надо применить не к названию нашей организации, а к тому, что мы сделали, скажем, на первом шаге. То есть, где отбросили пробелы. Поэтому, если хотите, вот эта вот третья формула могла бы выглядеть у нас несколько даже короче. Я вот здесь бы сослался на пункт номер один. В качестве поля, которым применяю дальше все это выражение. А пункт номер один, ну там формула у меня раньше была. То есть это ее результат работы. И тогда так даже будет интереснее выглядеть. Смотрю, что получается. Ну вот, большими буквками ООО пропали. Кстати, обращаю ваше внимание, если у меня какой-то символ там,
те же кавычки, те же пробелы, те же самые ООО встречаются в тексте несколько раз, то чтобы от них гарантированно избавиться, мы должны замену выполнить по всему списку. Но это происходит само собой по умолчанию. Вот когда я писал здесь вот эту функцию replace, то здесь последние три аргумента означали следующее. Start – это откуда начать поиск и замену. Если не указано, значит начинаем с самого начала, с первого символа. Count – это сколько замен воспроизвести. Если не говорим сколько, значит заменяется все найденное, а не только там первый образец найденный. А вот аргумент compare как раз позволяет нам при желании учесть разницу регистров, но по умолчанию регистр не принципиален, поэтому вот он мне это сделал, заменил. По аналогии понятно, что мы можем с вами то же самое проделать и с, соответственно, названием фирма, то есть точно так же. Но это тогда получается к тому, что уже на третьем шаге добавилось. Говорю, а четвертый пункт это возьми то, что было на третьем шаге и убери слово фирма. Замени его пробелом. А на пятом шаге сделай то, что было на четвертом, еще без символа запятой. У меня здесь в кавычках будет оставить символ запятой. Запятую замени на тоже какой-то там пустой текст. Вот это вот все я в блокноте быстрее написал, чем в построителе сделаю. Здесь действительно идентичные, похожие выражения. Это легче копировать и править. Вот на пятом шаге у меня там чего получается? Вот уже вот такая вот картина появляется. Но только я теперь понимаю, что отбрасывать начальные пробелы надо было не на первом шаге, а в самом конце, когда я уже от всего избавлюсь. Потому что, смотрите, я убрал ООО, а после него пробельчик сохранился. И вот он стоит здесь. Так что тут порядок действий надо еще сесть да продумать. Наверное, да. Вначале все поудалять из ненужных сообщений, из лишнего текста, а потом уже избавляться и от вот этого начального там конечного пробела. Хорошо. Ну и наконец, дальше. Кавычки убрать. Вот как убрать символ двойных кавычек, если у меня это значок, который является признаком начала конца текста. Вот тут могу предложить следующий прием. У каждого символа на клавиатуре есть свой код. Это можно определить с помощью двух функций. Есть функция chr и функция еще одна, я ее тут не упомянул, ASC. Это так называемые ASCII коды символов. Если я захочу выяснить код любой клавиши клавиатуры, то я могу написать ASC, в скобочках написать текст с этим, с этой буквой и получу код от 0 до 255. Это у нас, соответственно, коды различных клавиш. Причем первые от 0 до 127 это латинские буквы, а вторая раскладка у меня от 128 до 255 это уже символы второй раскладки клавиатуры кириллицы. И в них же там в перемешку еще идут и цифровые обозначения, и все скобочки, кавычки и так далее. Ну так вот, все коды я, естественно, наизусть не помню, а таблица у меня кодов здесь нигде не представлена. Это можно подсмотреть где-нибудь по help, по справке ASCII коды. Вот такие вещи. Но тут смысл в том, что некоторые коды наиболее часто нужны, запомнил я уже наизусть. Например, код двойных кавычек это код 34, насколько я помню. Я пытаюсь избавиться, и для этого мне придется делать следующее. На шестом шаге, да, я не запутал сам себя еще, я беру то, что было сделано на пятом шаге, ищу текст, содержащий символ CR34. И заменяю его тоже на пустой текст.
Сейчас попробуем, получится или не получится, это даже интересно. Вот. Но если есть сомнение, что это именно тот код, который нам нужен, 34, я могу поступить так. Просто отдельным полем выведу CR34 выражение. Да, это двойные кавычки. Все, это оно. Значит, вот эта вот формулка избавит меня от ненужных двойных кавычек. О, почти вычистил тесто. Есть, да? Ну и, наконец, осталось что еще здесь убрать? Осталось убрать мне, соответственно, еще вот такую штуку. Где-то у меня это здесь сохранилось, не сохранилось. Нет, постепенно ушло само собой. Когда я избавился от ненужных символов, то это тоже исчезло. Но, может быть, где-то еще есть. Дело в том, что вот на более раннем этапе у меня могла быть проблема следующего плана. Смотрите, есть фирма Георгин. Вот на самом деле это не просто Георгин, а Георгин ООО с принудительным переносом на вторую строчку. Там используется непечатный символ у меня, который является символом переноса строки, то есть тоже символ с определенным кодом. Вот я могу это сделать отдельным пунктом, но он не будет связан с шестым шагом. В шестом шаге я смотрю, у меня эти переносы строк уже сами собой пропали. А поэтому я сделаю так. Пускай это будет пункт номер 7, но он будет брать 12. Значение из первого шага и искать код номер, там перенос строки, код номер 10. Десятый символ – это возврат каретки, это соответствует экселевской комбинации Alt-Enter. То есть вот оно же здесь тоже применено, но от таких символов приходится избавляться, а то бывает иногда импортируешь данные, загрузишь в таком виде, потом какие-то проблемы при дальнейшей обработке. Вот могу показать, как у меня будет вот такая формула, убирать эти ненужные символы переноса строк в моем тексте. Вот фирма Георгин ООО. Вот так на первом шаге. А вот здесь у меня это все, как видите, в одну строчку. То есть этот знак, символ переноса строки текста, я удалил, убрал. Ну а тут я убрал ООО и запятую, и вместе с ними исчез и вот этот вот значок переноса строки. А, не, ничего подобного, не исчез. Вон он есть. Например, у кактуса стрелочку вниз нажимаю, сразу прыгаю на герань, а у георгина стрелочка вниз, там есть вот этот символ. Так что да, можно от него было избавляться и применяя его к пункту номер 6, а не к пункту номер 1. Действительно, но на этом примере, когда я к единичке применил это все к первой формуле, видно было, что сработало более наглядно. А так, да тоже сейчас будет видно. Где этот георгин потерялся у меня? Вот он. Вот сейчас, вот здесь у меня стрелочка вниз дает поставить курсор, то есть там перенос строки присутствует. А здесь стрелочка вниз, все сохранилось. Как же так? Я так подозреваю, что там надо было избавиться от другого кода. То есть кроме кода 10 еще код 13 присутствует. То есть это Alt-Enter плюс Enter, там, скорее всего. Поэтому попробуйте вместо циферки 13 там использовать циферки 10, циферки 13 код. А возможно и то, и другое придется, поэтому придется применить дважды это действие. Ну-ка. Георгин. Сохранилось. Так, и здесь. А тут. Везде сохраняется. Как же у меня до этого-то получилось так здорово, что я от него смог избавиться. Ладно. Пускай будет этот 10-й, а следующий 13-й. Это сейчас я эксперимент уже делаю, сам не знаю. Мне казалось, что он должен уже давным-давно пропасть, этот значок. Непечатный символ перехода строки.
Да. У меня не исчезает не печатный символ, а переноса строки. Причем это только для георгина было. Вот здесь он сохранился, это корректно, а тут не могу объяснить, в чем здесь проблема. Вполне возможно, что действительно это надо было делать на более раннем этапе. Просто я именно в таком порядке это не применял, когда сам экспериментировал. Я это делал действительно к первому пункту. И там мне это нормально сработало. Но давайте поэтому я вернусь к тому, что у меня было. А потом придется, возможно, какие-то шаги поменять местами, если я хочу это описать одной длинной формулой. Так, ну-ка, вот так он удаляет, это не удаляет. Ну вот, сейчас пошли я сделаю. Все хорошо видно, что у меня вот так удаляется. То есть вот все-таки получается вначале надо это было удалить, а потом все прочие ООО, а то я... Да. То есть есть какая-то определенная зависимость, то есть что там творится, не совсем понятно. Вот. Но в данном случае разобрались, что этот символ непечатный для Enter и Alt Enter надо удалять до того, как я там все прочее убрал, то есть когда он у меня еще в середине текста. В конце текста, судя по всему, он не исчезает. Если там не стоял запятой, то возможно текст склеится с ООО. А, нет, почему? О, у меня там без пробелов я ищу. То есть просто вспомните. Не, у меня там просто ООО без пробелов, поэтому уйдет, исчезнет. Ну, это можно всегда аккуратненько проверить, чтобы работало. Ну вот, в конце концов, я это все убрал. Еще избавиться от слова фирма, от кавычек. А, это я уже сделал. То есть последний шаг вот в этом тексте. Удалять пробелы. Я это сделал слишком рано, оказывается, это надо было сделать наоборот в самом конце. Ну ладно, восьмой пункт, это бери шестой, убирай из него начальные, конечно, пробелы. Пускай будет у меня вот такой вариант. Побрить. От пункта номер 6. И вот у меня в последнем столбце остались только названия. То есть я добился того результата, который хотел, вывести это в определенном едином формате, убрав лишний ненужный символ. Возникает вопрос, собственно, ну это я написал в виде формул, но у меня же эти данные не изменились в таблице. То есть это я сделал расчетный столбец, а в табличке как у меня было все, так и осталось. Хотите это исправить? Вот тут необходимо воспользоваться запросом на обновление. И выражение, которое мы получили, попробовать, если получится, написать в одной формуле. А вот получится или нет, это слишком сложная составная формула получается. Я, конечно, тут немножко сам себя запутал, но тем не менее. Это будет состоять из где-то 5-6, может быть, больше частей. Одно внутри другой вложенной конструкции. Тут действительно реально можно запутать. Поэтому я пойду более простым путем. Я сделаю ряд запросов, которые будут меня позволять избавляться только от чего-то одного. То есть удалять ООО, удалять слово фирму, удалять запятую, удалять кавычки. И просто их запускать можно будет последовательно. Это, в общем-то, естественно, по желанию на любителя можно было сделать по-разному, но так как они будут похожими и однотипными, я спокойно смогу это организовать. Поэтому вот этот запрос один я сохраню. Пускай он у меня будет, ну, просто, там это самое, как это назвать, выражение для исправления. А дальше делаю запрос, в котором эти выражения будут использованы.
Я, естественно, все запросы делать не буду, я даже не посчитал, сколько их будет, но судя по тому, что мне нужно избавиться от первое слово ООО, раз, слово фирма, два, запятой, три, кавычек, четыре, энтера, альт-энтера, пять, и пробелов 6. Ну да, 6, как минимум, у меня будет таких запросиков сделано. Я попробую только часть из них написать. То есть избавлюсь от запятых, кавычек и ООО. Ну и от пробелов. Делать это буду не одной формулы, а целым рядом однотипных запросов. Начну как раз сейчас это делать. Значит, разница в чем будет? То мы писали выражения какие-то, но это были просто расчетные столбцы. Теперь я делаю запрос другого типа. Я беру поле «Организация». Условия отбора, чтобы не усложнить себе жизнь, не буду делать никаких. То есть ищи мне любые названия организации. Потом меняю тип запроса, нажимаю здесь кнопочку обновления. На вкладке «Конструктор», группе «Тип запроса». В появившейся строке обновления пишу формулу для исправленных данных. Если я хочу избавиться от ООО, значит формула будет вот как у меня в третьем пункте была. Это можно напечатать прямо здесь вручную. Здесь будут появляться подсказки, когда вы будете писать слово replace и прочее, прочее. Вот. Имена таблицы можно печатать без квадратных скобок, они сами добавятся. И вот этот запрос я назову запрос удалить ООО. Или очистить. Или как это? Но я не удаляю, я исправить. Да? Избавиться от ООО. Вот так назову. Все, окей. Вот он, этот запрос. И сейчас я буду проверять его работу. Только единственное, что он мне ведь все исправит, и посмотреть, как было раньше, я уже не смогу. Надо было это, наверное, делать на другой копии. Да, пожалуй, что я сделаю потом еще одну копию таблицы, чтобы можно было на чем это все это проверять в дальнейшем. А то у нас первый запрос на выборку, он опробован, но потом это уже не будет работать, когда мы все поисправляем. Хорошо. Второй аналогичный запрос. А я сохраняю копию этого запросика командой «Сохранить как». Сохранить как. А, секунду, что, не то «Сохранить как» делать. Вот это «Сохранить как». Значит, копировать, ставить, делаем. Избавиться от запятой. Нет, давайте от фирмы вначале. Это все аналогично, только replace вместо ООО слово фирма. Есть. Сохрани. Хочу сохранить как. Что там? А, сохранить объект как. Я промахнулся. Объект сохраняя как, избавиться от запятой, запятых. От запятых это значит, вот тут вместо слова фирма запятая будет стоять. Еще один аналогичный запрос, тоже сохранить как, объект. Ну, вы поняли, по аналогии я делаю, поэтому, если хотите, можете все их не создавать. Сейчас у меня увидите. Избавиться от кавычек. Ну и последнее, это избавиться от пробелов и от ненужного регистра. Тогда это у меня, пускай будет напоследок, сохранить как. Пробелов. И регистр. Ну ладно, избавиться от пробелов. И тут я как раз применю на следующее. Ну как у нас название капслоком будет все написано, или с большой буквы как лучше?
То есть через tstr.conf мы это применим или через ukase. Вот этот вариант, короче, будет использован. Ну, давайте первую букву заглавной, остальные маленькие, вот этот вариант я выберу для обновления. И теперь получается моя задача последовательно запустить вот эти вот 1, 2, 3, 4, 5 запросов один за другим. Запускаешь запрос избавиться от запятых, говоришь да, он говорит обновляю 25 записей, и в таблице А в столбце с организацией запятых не осталось. Второй запрос избавляюсь от этих символов, третий от вот этих символов. И вот 5 запросов мне как раз всю эту ненужную информацию берут. Причем делать они это будут в фоновом режиме. Вот, например, избавиться от запятых. Запускаю. Нет, давайте от ООО. Мне давно хотелось от них избавиться, я первого написал. ООО, да, 25 записей обновил. Открываю табличку А. Слово ООО ни в одном из названий не осталось. Не сохранилось. Пожалуйста. Я могу сам, естественно, допечатать опять, если мне захочется вот где-нибудь там увидеть. Но, в принципе, нигде не осталось. Причем, обратите внимание, это сработало в фоновом режиме. Я даже ничего здесь не открывал, не видел на экране, а пока не выполнил запрос, а потом только табличку открыл. А теперь хочу это делать автоматически. Как сделать? А вот такую вещь не делаю. Я сделаю макрос, который будет запускать мне 5 этих запросов в определенном порядке. Тут не принципиально, когда что, последним только должен быть вот этот запрос, удаляющий пробел. А этим можно какой раньше, какой позже добавлять. Значит, что я делаю? Перехожу в запросы, в закладочку создания. В самом конце с правой стороны нажимаю кнопку макрос. Я хочу сделать макрос, который будет подряд запускать серию запросов. Элементарная вещь, оказывается. Макросы CSS ничего общего не имеют с макросами в Word или в Excel. Потому что здесь все команды пишутся на русском языке, и они достаточно простые. Если, например, вам нужна команда, которая будет запускать запрос, это вообще элементарно. Вам не надо даже ничего писать. Вы просто берете этот запрос и в макрос перетаскиваете. Вот будет открываться вот этот запрос первым, вторым вот этот. То есть я от запятых, от кавычек избавляюсь, от ООО, от фирма. Если вы хотите менять местами порядок этих запросов, то, пожалуйста, вы их перетаскиваете, какой выше, какой ниже здесь будут запускаться. И последним я запускаю избавиться от пробелов. А потом, чтобы сразу увидеть результат, вы можете сделать так. Открыть сразу табличку с тем, что вы там исправили. То есть берете таблицу клиенты А и тоже сюда перетаскиваете. Вот, команда открыть таблицу сработает. Все, макрос готов. Я его сохраню. Назову его как? Ну, исправить организацию, да? Потеряли, да, где это? Значит, это на вкладке создания в конце кнопочка макрос. Вы нажали, а потом в окошко макроса просто перетащили один за другим все ваши запросы и в конце еще таблицу клиента. У вас сами собой вот такие вот здесь записались команды. Открыть запрос этот, открыть запрос этот. Ну и тут важный момент. Последним я запускаю запрос избавиться от пробелов. Потому что по логике он нам должен быть в конце из всех этих действий. А потом, собственно, открываю таблицу с результатами. И вот смотрите, теперь мне не надо каждый из запросов запускать по отдельности. Это делается у меня вот этим общим макросом. Двойной щелчок по нему. Он мне говорит, сейчас буду обновлять данные. 25 записей. Это первый запрос исправил. Потом данные, второй запрос исправил. Потом третий. А вот это вот мне уже не нравится. Это у меня будет каждый раз говорить какие-то предупреждения, а я ему должен да сказать, да. Ну, я скажу нет, например, здесь. А он мне следующий вопрос задаст, я говорю, тоже нет.
А тут он мне сейчас вообще ошибку может вызвать, что это вы не соглашаетесь. И не все исправил в конечном итоге. А могу подсказать еще одну команду. В макрос нужно добавить действие, которое отключит вот эти предупреждения. То есть пускай он работает молча, ничего не говорит, мы же его сознательно запрограммировали. Это когда вручную запускаешь любой запрос, там принципиально предупредить, что это опасное действие и не подлежит отмене. А тут, это тоже нужно отключить. Можно добавить вот такую вот командочку. Для того, чтобы ее увидеть в списках, вам необходимо будет сделать следующее. Включить кнопку «Показать все действия». Эта команда считается небезопасной, потому что она отключает некие важные предупреждения, сообщения о том, что здесь происходят серьезные операции. И команда, которая нам нужна, называется «Установить сообщение». Вы можете просто начать печатать ее название по-русски. Вон она, видите, у меня после того, как я напечатал, две буковки появилась в подсказке. Вот я вот здесь в пустом окне писал. А дальше включить сообщение, да или нет. Вот, оказывается, вначале нам нужно, чтобы сообщения были выключены. И эту команду я перетащу перед самым первым запросом. Вот установить сообщение будет нет. А в конце я те же самые сообщения должен вернуть назад, потому что пользователям обычно их выключать глобально не следует. По окончании работы Макса все вернется в то же состояние. Будут у всех пользователей появляться предупреждения. Вот такой вот макрос. Ну и в конечном итоге я здесь еще добавлю одну команду. Назову ее окно сообщения. Не я назову, она есть такая команда. Окно сообщения. Первые две буквы напечатали, уже видите название этой команды. Сообщение, что, мол, все готово. То есть вместо миллиона таких фраз, которые у нас были до этого, будет одно сообщение. Исправлено. Все. И вот в таком виде этот макрос уже будет использовать действительно удобно. Что я делаю сейчас? Давайте я его временно закрою, вы потом на него еще раз посмотрите, если кто не закончил. Я запускаю, нет, я открываю табличку А. Вижу в ней еще миллион неисправленных вещей. И вот тут я допишу ООО. И вот тут я поставлю запятую. И вот тут я напишу слово «фирма». Вот как у меня было раньше. Вот так. Теперь закрыл таблицу, запускаю макрос. И он мне говорит, все исправлено, полюбуйтесь. И чего он не сделал, от кавычек только я не избавился. А вот тут в 20-й строчке что, он вообще все удалил? Что там было? Там если раздвинуть, там тоже... А, это вот этот вот перенос, да? То есть там фирма какая-то фикус. Все ясно. Ну, короче, вы поняли, что я еще не всех запросов здесь сделал решение, но надо продолжить в том же духе и довести это до конца. А чего у меня там не хватило? Ну, замен прочих символов. То есть кавы. Стоп, а почему он от кавычек не избавился? А потому что я избавиться от кавычек, использовал избавиться от запятой, не исправил. Тут же надо было взять вот это выражение ЧР34 использовать. Угу. Вот ЧР34. И тогда, сейчас я его сохраню, а копия избавиться от непечатных символов Alt-Enter еще. Сохранить как? От переноса строки. Ага, сейчас это я. Все, окей. Вот такая вот штука от переноса строки. Это символ номер 10 у меня был, да? И вот этого у меня еще нету запроса в макросе, поэтому макрос я открываю в конструктор. Запрос, который удаляет перенос строки, в самое начало надо куда-то сделать. Вот, самым первым я буду запускать, только потом все остальное. ООО, фирмы, запятые, кавычки, пробелы, и потом все готово. Вот надеюсь, что у меня все получится. А как это буду проверять? А вот так.
Я из таблицы B возьму исходный вариант, еще не исправленный, просто вот копи-пейстом сюда вставлю. Вот как оно было раньше, вот так криво, сейчас у меня уже так не будет. Запускаю макрос, мне говорят, все исправлено, и действительно все исправлено. Только вот тут мы договорились, что у нас будет фирма Jasmine называться, да? Окей. То есть видели, да? Вот так это было страшно некрасиво. После использования макроса мне говорят, все исправлено и все красиво. Для конечного пользователя это получается, как видите, достаточно просто. Да, мне вот тут подсказывает Станислав, что вот эти вот запросы можно было бы потом сделать скрытыми. Но это не проблема. На самом деле я могу вообще пользователям не показывать запросы, а показывать только макросы, если они нужны. То есть, или вот свернул их, или вот здесь зашел, показал только отображение макросов. А таблицы сами из макросов откроются. Или действительно сделать скрытыми эти все объекты, которые боитесь будут вас отвлекать. Вот правый щелчок, свойство объекта. А вот скрыть в этой группе, например. Или свойство объекта, скрытый атрибут. То есть можно попрятать. Я сейчас не буду, а так без проблем. То есть мы это все несложно настраиваем. У нас есть в панели навигации, вот в этой специальное меню по правому щелчку, параметры навигации, где действительно каждый из объектов при желании можно показывать или скрывать, то есть самому делать эти отметки. Вот я могу просто отключить показ группы запросов. Никогда их не показывать в принципе, ни один. И тогда пользователи даже не будут видеть, что в базе данных есть запросы, для них будет таблицы, форма отчета макроса, где запросы? Не числятся в списках. То есть в этой базе данных запросов не бывает по определению. Понятно, но я вернусь сейчас назад. Нам это пока нужно, поэтому где это у меня типа объекта запроса? Покажу обратно. Хорошо, вот это был первый прием. Ну, я, правда, на него много времени израсходовал. Но вы сейчас увидите, что аналогичный прием мы используем немножко в другом случае. Это я исправлял то, что уже было заполнено ранее. И было заполнено с ошибками. Теперь я хочу исключить сами ошибки, возникновение этих ошибок. Например, я пишу вот так вот здесь. ООО, пробел, 10 штук лишних пробелов каких-то. Потом кавычки, тюльпан, все там с большой буквы или все с маленькой буквы. И хочу, чтобы при выходе из поля, где я печатал это название, оно у меня было бы исправлено. Спрашивается, как это сделать? В таблице я подозреваю, это сделать не получится, потому что мы это можем запрограммировать макросами форм. Я поэтому могу сделать для таблицы формочку. В этой форме при заполнении данных в соответствующем окошке запускать макрос, который будет все это исправлять. Причем правила исправления будут те же самые, но они будут применяться не в целом к, скажем, у меня каким-то записям таблицы, а только к одной этой информации, только к одному этому тексту. Как это сделать? Ну, давайте я покажу достаточно кратко. Если что-то не будет получаться, можете просто посмотреть. Для начала мне нужна будет форма. Сделаю я ее, эту формочку. Запрос не потребуется сейчас. Значит, сделаю я эту форму для таблицы клиента. Таблица клиенты А. Создать, кнопка форма. Вот стандартная форма в столбец. Ну, обычная форма для заполнения какого-то там каких-то данных для ввода значений, записи. Вот она, пожалуйста, у меня эта форма получилась. Я могу сохранить эту форму. Чтобы было отличие от таблицы, могу написать, что это... А, ну, форма...
форму клиента, как она мне называется. Вот такое имя носит. Форму клиента. Есть, да? А вот дальше мы будем делать следующее. При заполнении этой формы, когда я ввожу данные о названии организации, у меня автоматически исправляется все, что мне не нужно. Удаляются кавычки, пробелы, исправляется регистр и так далее. И происходит это в тот момент, когда я просто перехожу из этого окошка в любое другое. Вот как это сделать, я вам тоже сейчас продемонстрирую. Выражение там будет аналогичное и похожее для исправления, даже в каком-то проще, плане попроще. Значит, для этого мы с вами попробуем создать внедренный макрос для исправления этих ошибок. Я не хочу, вот как у меня здесь сказано, предупреждать об ошибке. То есть можно было сказать пользователю, зачем ты печатал кавычки, удали их. Мы в данном случае будем сразу автоматом это исправлять, потому что считаем, что это то, что нам не нужно сохранять, и от этого надо сразу избавиться. Поэтому показываю работу внедренного макроса. Значит, смотрите, в конструкторе форм у нас есть ряд настроек, которые позволяют либо стандартным путем настроить некоторые ограничения для ввода данных, либо сделать это уже путем программирования небольшого макроса. Ну, стандартные здесь настройки у нас следующего плана. Скажем, вот тем, кто с Access работал, знакомая вещь. Мобильный телефон. Можно заполнять его как попало, чем угодно. Это просто текстовое поле. Но если я сделаю для этого поля маску ввода, у меня будет заполняться только определенные позиции числовыми значениями. Значит, это не требует программирования. В данном случае беру правым щелчком, вызываю свойства в режиме конструктора для этого поля мобильный телефон. В окне свойств нахожу это свойство на закладочке данные. И маску ввода там делаю такую. Все символы, которые мне нужны для ввода мобильного телефона, переменные циферки заменяю на нули. Ну, там, например, ну, как у меня будет выглядеть, плюс 7, например, в скобках 000 и еще там 7 нулей с какими-то черточками. В таком виде эта маска позволит мне заполнять данные вот так. Печатаю только цифры в определенные позиции, пытаюсь печатать не цифры, а буквы, они не прожимаются. Пытаюсь оставить незаполненным до конца, это не выпускает меня из данного окошка. То есть такая проверка, маска ввода программирования не требует. Ну, кстати, то, о чем я сейчас говорю, оно есть и в таблицах, поэтому это и там можно было применить для пользователей. Еще одна проверочка, очень простая настройка. Смотрите, вот такого плана. У меня не у всех из моих клиентов есть электронная почта. Так вот, получается, что человек, например, писал фамилию, имя, потом перешел на электронную почту. Начал печатать, а у него русская раскладка. Переключиться на английскую раскладку, естественно, русский затер. Но это же каждый раз тратится лишнее время, а иногда это и вызывает ошибки, если в электронной почте первая буква «С». Русская «С», а английская «С». Не обратили внимания, потом получается электронная почта некорректная и ошибочная. Вот смотрите, как от этого легко избавиться в формах. В таблице такой настройки нет. Я могу просто для данного поля сделать принудительное переключение на латиницу при переводе курсора в это окошко. Настройка находится вот здесь. У поля на закладочке «Макет» в свойствах, где-то в самом конце почти. Самое последнее. Язык клавиатуры. Вот системно это значит то, что у меня на компьютере выставлено. А там я сам переключаюсь. А я говорю, нет, здесь будет English вариант. А для всех прочих полей, для фамилии, имя, для остальных, вот я их с шрифтом сейчас щелкаю и выделяю, мне нужна кириллица. Тогда я здесь использую русский. Это обратить внимание, как себя ведет теперь у меня эта форма, когда я переключу ее в режим формы. Я перемещаю курсор из одного окошка в другое и смотрю, что у меня раскладка клавиатуры русская, русская, русская. До электронной почты дошел, оп, она уже сама английская. Вышел в должность, она опять переключилась на русский язык. То
есть простейшая настройка. Когда она в Access появилась, я помню, это сняло массу вопросов по заполнению в одном окне и англоязычных, и русскоязычных на различных названий. То есть фамилия по-английски тут же сама переключается. Экономишь массу времени, но, правда, быстро привыкаешь, что программа сама умная, работает здесь, но это не пункт и свитчер. То есть это именно переключаем, а мы принудительно, но можем в любой момент переключиться и обратно. Не анализируется введенный текст, а просто раскладка клавиатуры включается сама определенная. Хорошо. Ну а вот с исправлением вот этих вот ООО и кавычек вы без программирования никак не обойтись. Потому что это нестандартная вещь. Я сам напридумывал, что мне нужно оставить, что мне нужно удалить. И значит, здесь мы создаем внедренный макрос. Показываю, как это делается. Это макрос, как будет работать в привязке к полю организации. Вызываете свойства для этого поля. На закладочке события в окне свойств мы выбираем подходящее событие. Значит, событие – это в какой момент у нас макрос сработает, в ответ на какое действие пользователя. Вот какое действие мы хотели бы автоматизировать. Я закончил печатать название организации, выхожу из этого окошка, перехожу в другое, и вот тут у меня исправляется все. Это потеря на самом деле фокус. Можно описать несколькими событиями. Во-первых, потеря фокуса. Потеря фокуса – это просто перемещение из одного окна в другое. Курсор переместился в следующее поле, предыдущее потеряло фокус. Но есть еще вариант под названием «после обновления». Это потеря фокуса, если происходит с предварительным изменением данных. Если же я данные не менял, то у меня после обновления не срабатывает. То есть получается, что если кто-то ранее здесь написал все с ошибкой, я сюда зашел, вышел, у меня не исправится. Если зашел своих ошибок, еще надел и вышел, вот тогда исправится. Ну, мне кажется, у нас будет работать лучше, если я использую потери фокуса, но это каждый раз у меня будет при выходе из этого окна проверять, исправлял, не исправлял. А реально, конечно, это делается при первоначальном вводе, поэтому события после обновления было бы корректнее. Ну, давайте, ладно, после обновления я тоже тут использую. Что делаете дальше? Это событие нашли. В конце нажимаете кнопочку с тремя точками. Построитель. Построитель макросов. Окей. Открывается окно внедренного макроса. Это макрос, привязанный к форме. Он не сохраняется где-то в отдельных списках. Он будет у меня частью этого окошка, этой формы. И в нем я использую несколько одинаковых команд. Команда, которая исправляет в поле организации значения. И с чем мы там начнем исправление? Ну, я не все буду убирать. Давайте я избавлюсь от кавычек и от ООО. А остальное по аналогии вы поймете, и потом можно просто накопировать этих строк. Значит, команда, эта, которая мне будет нужна, она сейчас не будет выводиться на экран, пока не нажмете кнопочку «Показать все действия». Нажимаю кнопку «Показать все действия». Пишу вот здесь команду под названием... Так... Оно называется «задать значение». Задать значение. Какому элементу задать значение? Элементу организации. Одну букву, если напечатать, уже в подсказке увидите. То есть это название окошко поля, в котором я буду вносить значение. А какое новое значение? А это вот одно из наших выражений. То есть что я там хочу убрать? ООО, значит вот это. Replace пишу. Здесь название таблицы писать не нужно. Даже будет вредно его писать. Поэтому функция replace. Дальше сразу название поля. По-русски. Организация. Вот оно. Дальше. Второй аргумент. Что ищем? ООО ищу. На что меняю? На пустой текст. О, пожалуйста. Нужно аналогично избавиться от других символов. Да я просто копирую вот это. Но тут копировать неудобно с Ctrl. Говорю, еще избавься от слова фирма.
Это все будет один макрос делать. Никаких запросов вспомогательных мне здесь не потребуется. И все это будет скрыто от пользователя. Избавься еще от символа CR13. От DR10 точнее. От кавычек 34 я хотел избавиться. От чего еще избавиться? Ну и от пробелов. От пробелов это тогда другое. Trim. И давайте я использую еще также функцию UKeys. Теперь я хочу здесь делать все капслоком. Вот это видно более-менее. В свернутом виде оно мелковато выглядит, но идея понятна, что я здесь буду все это исправлять и без всяких предупреждений, без всяких сообщений выводить. Макрокоманды, здесь шрифт мелкий, поэтому я могу сделать как-то так. Руками написать просто, что я тут делал. Задать значение. А аргументы там в скобочках перечисляются, когда в свернутом виде я это показываю. Вот они. Значение задаю для поля вот такого-то. А само значение определяется вот таким вот выражением. Это я избавлюсь от кавычек таким образом. Вот. Где-то избавлюсь от других символов. Ну, что-то такого плана получается. Вот, хорошо. А теперь пробую. Я закрываю это окно. Да. Захожу сюда. Вот представьте себе меня на месте пользователя, который вбивает название фирмы. Вот фирма Gladiolus, например, ее не было изначально. Я печатал сам вручную и писал пробел ООО Gladiolus, что-то там запятую в конце еще поставил зачем-то. Вот так. Написал. Нажимаю Enter. И при выходе он мне все убрал. Правда, запятую не убрал. Я ее не запрограммировал. А если кавычки написать? Кавычки, я там от них избавлялся. Вот кавычки, нет кавычек. Здесь написал с маленькой буквы, с кавычками и с чем-то там еще, от чего я избавлялся. В конце нет, пропадает. И сразу исправляется прямо здесь же в процессе ввода. Пользователя не напрягает совершенно. Он что-то там печатает криво и косо, а у него остается на экране только то, что мы хотели бы. Но все эти правила надо придумать, спланировать и аккуратненько прописать в макросе. Что, собственно, я здесь и проделал. До макроса теперь как добраться? Его нигде нету, он только в этой форме. То есть у меня его не увидишь ни в одном списке, но если открыть форму в режиме конструктора, затем добраться до поля организация, найти его свойства, то вот здесь в свойствах на закладке событий мы видим, что есть внедренный макрос некий. Его можно дорабатывать, усовершенствовать, зайти в него внутрь. А так как он совершенно не напрягает пользователя, который будет работать в этой форме с ее данными, это он и не почувствует даже. Там выходит, ввел что-то, оно тут подправилось, сообщений об этом никаких нет, все тихо, мирно, аккуратно. Попробуй догадайся, что это макросы себя так ведут. Ну, только некоторые замечают, говорят, надо же, программа какая умная, сама за меня что-то тут исправляет, уточняет, опечатки там какие-то корректирует. А вот мы это с вами сделали. Сами все это запрограммировали. Так что если добавить сюда еще прочие исправления, которые я там делал, будет как раз все у нас окей. Исправляться. И код номер 10. И что я там еще исправлял? Ну, у меня было 1, 2, 3, 4, 5, 6 исправлений. Тем. Понятно, да, идея? Вот такой вот план. Поэтому, если ваши данные поступают вам в готовом виде извне, вы их импортируете, то с ошибками приходится бороться уже потом, задним числом. И это делается массово запросами на обновление. Если таких запросов не получается сделать один,
а их целая серия у вас формируется, запускать их можно серийно макросом. Ну а макрос это потом при желании привязать к какой-то кнопочке или запускать просто из списка объектов базы данных. А вот если у вас много первоначального ввода, здесь проще. Надо избавляться от ошибок ввода еще на этапе заполнения данных. И это, как видите, можно сделать иногда простым путем, как для телефонного номера, маской ввода. То есть вот, пожалуйста, разрешаю вводить только определенные символы в определенных позициях. Или путем, как я уже показывал сейчас, исправления заполненных данных макросом. То есть вот здесь ООО, тюльпан, запятая, там пробел, слово фирма. Нажимаю Enter. Чистый тюльпан без всяких примесей. Пожалуйста. Ну как, идея понятна вот эта? Вот. Я достаточно подробно решил это показать, чтобы, если захотите, вы и сами попытались это поэкспериментировать сделать. Но, естественно, мы эти все команды разбираем, рассматриваем более детально здесь на курсах, где этому отводится больше гораздо времени. Поэтому запросы на изменения, вот эти вот запросы на обновление, это, в общем-то, тематика нашего курса CS 2 уровень. Там вот запросы на изменения, у нас как раз о них идет речь. Ну а создание макросов и простых, стандартных и внедренных макросов в формах, это у нас тема курса 3 уровня CS, то есть когда мы создаем экранные формы и программируем там макросы для самых разных задач. Так что, если интересно, у нас, собственно, это все там разбирается, рассматривается. Я поэтому вот тут в презентации вывел информацию о расписании ближайших групп по этим курсам. И, собственно, это все у нас есть на сайте. Там тоже можно по ссылочке пройти, это все увидеть. Ну вот, собственно, такой небольшой у меня получился доклад на эту тему. И поэтому, если какие-то вопросы, то, пожалуйста, я сейчас посмотрю, какие есть вопросы у дистанционных наших слушателей. Ну и вот кто здесь у меня тоже, подумайте, что бы вы хотели еще уточнить на эту тему, готов ответить. Так, у меня тут вопрос, планируется ли продолжение курсов по CS по уровню быстрее, выше, сильнее, чем сейчас? Ага. Да, у меня планы эти давно уже есть. Четвертый уровень, который будет, собственно, посвящен модулям на VBA в среде Access. Вот такой курс, что интересно, он, в общем-то, есть в наметках. Я его вот буквально сейчас провожу по заказу в организации на выезде. Вот. Как только мы это оформим в виде какого-то нашего стандартного курса, я думаю, что всем, кто у нас на новости подписан, обязательно придет оповещение, то есть мы это анонс такой сделаем. И больше того скажу, скорее всего, в начале пройдет тоже какой-нибудь вот такой семинар, который кратко будет объяснять, что за тематика будет на этом четвертом уровне Access, то есть на расширенных возможностях, на программирование именно на VBA. Потому что там вопросов много интересных. Сейчас вопрос только стоит в одном. Я бы его хотел сделать как можно более информативным, поэтому прошу у руководства под него занятий там побольше. А мне говорят, большой курс это не модно, то есть делай поменьше или два коротких там. Но вот на самом деле получится, наверное, короткий и насыщенный. Так что следите за новостями, да, планы такие есть, будет курс по модулям 4 уровня Access. Так, еще какие-то вопросы, если есть, пожалуйста, я свой файлик, наверное, тогда сейчас вам выложу, чтобы мою можно было скопировать информацию. Вот. А, соответственно, вот эти вот формулы, которые я писал, тоже сохранить, что ли? Давайте сохраню. Я сейчас в сетевой папочке это положу. Так, хорошо.
Ну и, кстати, хотел задать вопрос вот такого плана. Какой вариант вам из тех, что я сегодня показывал, больше понравился? Запросами или сразу на уровне ввода данных в форму исправления делать? Ну, не знаю, это скорее... Это, наверное, скорее от того, какие у вас задачи возникают. То есть, если ручной ввод, то, конечно, на уровне формы надо сразу и исправлять это все, не ждать, пока у вас это все накопится. Вот. Ну, а на уровне формы, естественно, тут надо по-хорошему, где можно исправлять таким путем, а где-то пойти, как в базе данных мы делаем, на формирование справочника, выбирать из списка название. Вот я там эту тему не затрону, но она напрашивается. У нас у каждого из этих клиентов было название города, но кто же будет название города печатать без ошибок, без опечаток? То есть правильно сделать справочник городов, табличку, выбирать из списка, подставлять код. Но это как бы отдельный разговор, хотя, в общем-то, такие вещи мы как раз на втором курсе тоже делаем. Формат можно с текстового применять на другой? В смысле, а на какой? На числовой, если там число... А, если цифры, число? Да. Число цифр, а, сумму прописи, что ли, написать какую-то, или что вы имеете в виду, то есть на число... Если он загрузился как текстовый формат... А, в этом плане? Это несложно делать. Дело в том, что если вы эти данные копируете в числовое поле, то у нас автоматом происходит преобразование данных. То есть это в Excel он там может неправильно это понимать. В Excel он нормально воспринимает, потому что у вас есть настройка тип данных в поле таблицы. Так что без проблем. Начальные нули при этом пропадут, если это был текст там 005, в числовом поле сохранится только цифра 5. Если же там была хоть одна буковка, это будет ошибкой и импорта, ошибкой копирования данных. Вот так это работает. Так, ну что же. Тогда, если еще какие-то вопросы, то готов ответить. А так, в принципе... Мы на этом можем закончить. Спасибо за внимание. И если что, увидимся еще с вами на занятиях.